Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Покафон F1, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне включить режим управления одной рукой. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в настройки этого устройства и в настройках пролистать немного вниз, еще ниже, до пункта «Расширенные настройки» и выбрать его. Дальше мы видим здесь управление одной рукой, нажимаем на него. И мы можем, во-первых, включить функцию управления одной рукой, а также изменить размер нашего окошка. И здесь мы видим вот такую вот анимацию, которая нам показывает, как включить режим управления одной рукой. Делается это вот таким вот образом. Думаю, вам здесь вот видно. Так вот берем палец и проводим в сторону. Что ж такое? А почему ты не работаешь? Только что работало. Чего-чего? А, я убрал здесь галочку. Я-то думаю, что же не так? Ну ладно. Теперь смотрите, мы вот включили этот режим. Мы точно так же, как мы его включили, можем менять, в какой руке находится, соответственно, наш экран. Странно, что здесь нету стрелочки. Обычно тут есть стрелочка, чтобы менять, в какой руке он будет находиться. Ну да ладно. Мы можем также, если я не ошибаюсь, растягивать эту менюшку вот здесь вот. Не можем. Тоже странно, я думал, что можно менять размер самого окошка. А, ну конечно, размер же ведь окошка меняется вот тут вот. Делаем его больше или меньше. И также, нажав на любую черную область, мы можем выйти из данного режима. На этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!